студентка из Адыгеи перевела центру для бездомных животных более 300 тысяч рублей. И все это из одного котенка. Сейчас он проходит лечение в клинике. Когда девушка принесла его в приют, там не было места. В этот момент в центре находились более 100 питомцев. Кроме того, в приюте не было денег, а